Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами вновь Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Я все так же вам напоминаю про просмотр картинок и прослушивание классической музыки. Смотрим, слушаем и развиваемся вместе. И немедленно переходим к нашему упражнению. Правой рукой мы отдаем честь, а левой рукой все классно. По хлопку меняем положение рук. Приготовились. Раз, два, три. Хоп. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Быстрей. 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 Есть. Закрепляем. Еще одно упражнение. Левой рукой берем себя за нос, правой рукой за левое ухо. По хлопку смена положения рук. Приготовились. Раз, два, три. Обратно. Раз, два, три. Можно быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Быстрей. 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 Отлично. Еще, 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 еще. Можно, можно, можно. Вот в эти игры можно играть в парах. Втроем, вчетвером, в кругу. Очень интересная и классная игра. Используйте, играйте и развивайтесь вместе с нами. Если для вас данное видео было полезным и интересным, пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и дальше вас ждет еще не менее интересные и классные упражнения. С вами был Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Пока-пока!